Давайте проверять, что у нас с настройками, как вы слышите меня, хорошо ли, нет ли фона. По 10-бальной шкале, пожалуйста, давайте ваши десюнчики, девятки, кому как слышно. Ребят, настраивайте в правом верхнем углу свою комнату. Если все ставят 10, кому-то не очень хорошо слышно, значит, вам нужно подкорректировать у себя в комнате. Отлично, я рада вас всех приветствовать. Давайте немножко сделаем перекличку, кто у нас с какой страны, с какого города. Напишите, пожалуйста, в чате, потому что мы видим с вами с правой стороны, что у нас гости в вебинарной комнате с разных стран. Города не прописываются, да, но страны прописываются. Давайте немножко перекличку сделаем. Я вам всем передаю огромный пламенный привет с солнечного Новороссийска. Израиль, ага, замечательно, Чита. Дальше пишем, не стесняемся, ребят. Те наши гости, кто у нас впервые в комнатке, включайтесь в наш активный, позитивный режим работы. Нам очень интересно общаться вот такими живыми связями. Мы вообще за живое, да? За живые отношения, за живое взаимодействие. Замечательно, здорово. Киев, Украина, Дзержинск, Витебск, Эстония, Сочи. Здорово. Замечательно. Смотрите, мы с вами все как бы, ну, с разных городов, да, есть, конечно, с одного и того же города, есть уже партнеры, которые работают у нас офисами на земле, да, то есть вот они посчитали нужным для себя и важным работать офисами. Соответственно, уже много людей с определенного города. Угу, отлично. Мы с вами все, казалось бы, ну, несколько разные, да, и в то же время... Мы с вами все одинаковые. Я могу вас всех поздравить, нас поздравить. Чем же мы одинаковы? Да тем, что мы с вами люди современного формата мышления. Что я имею в виду? Да то, что мы с вами зашли в вебинарную комнату и берем информацию, не выходя из дома. Это очень классно. То есть мы обучаемся, мы наполняемся информацией и знаниями, не выходя из дома. Мы понимаем, что такое возможности интернета, и мы еще и понимаем, насколько сильны возможности интернета в плане зарабатывание денег в интернете, потому что если мы с вами пришли в интернет, значит, мы понимаем, на земле заработать достойных денег невозможно. На это есть ряд различных причин, и сама жизнь, сам 21 век нас, наверное, да, выгоняет в интернет. Ну, мы, собственно, ему и благодарны за это, потому что зарабатывать, развиваться, наполняться информацией, знакомиться с людьми со всей планеты – очень классно, не выходя из дома в домашних тапочках. Я думаю, что вы со мной многие согласитесь в этом плане. То есть это вроде бы пережитки такие, да, 21 века. Люди впадают в депрессии, в горести, потому что на предприятие вводят роботов, вводят автоматизации, различные роботизации, да. Людей лишают зарплат, премий, урезают. Опять же, вот недавно с подругой разговаривала. Опять урезали зарплаты и все прочее. То есть мы как бы вроде бы горюем, но в то же время вся вот эта ситуация нас выталкивает на скоростные взаимодействия, скоростные деньги, на скоростные денежные потоки. И именно это позволяет нам делать интернет, и именно это позволяет нам делать корпорация Constellation Luck Corporation, о чем мы сегодня и будем говорить. И независимо от того, какой опыт вы имеете в интернете, в принципе, независимо, когда вы пришли в интернет, независимо от вашего возраста, вероисповедания, да, социального статуса, для вас, для каждого эта возможность, она будет равнозначна. Только единственное, кто-то эту возможность сразу возьмет, примерит на себя и начнет ее носить, да, использовать. А кто-то просто-напросто отклонит и скажет, ну, как бы, не время, наверное, сейчас, не мое. То есть, соответственно, для людей, которые... в принципе, задумывались о том, насколько классно было бы зарабатывать из дома в домашних тапочках, насколько здорово было бы работать без будильников, начальников и понедельников. Вот для таких людей априори данная информация, она будет важна. То есть, в принципе, как говорится, все элементарно. Надо, значит, берем. Не надо, значит, вот выключаем сейчас Наталью Жукову на красный крестик в правом углу. То есть моя задача сейчас до вас донести, чем уникальна корпорация Constellation Luck, почему мы заявляем на весь белый свет, что данная программа, она будет в каждом доме, а по крайней мере в доме адекватных людей. И я как бы обосную, да, свои вот эти вот умозаключения и такие высказывания громкие.
Я постараюсь вам сейчас по слайдам пройти и обосновать, почему я заявляю о том, что с нами безопасно, с нами очень денежно и перспективно. Опять же, вопрос, насколько вы действительно горите своими целями, насколько вам надоели ваши кредиты и ипотеки, потому что я думаю, что вы со мной многие согласитесь, ну, наверное, 90% людей вот живут в каких-то долгах. Вот, ребят, кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, плюсы. То есть какие-то долги, неважно, там, перед родными, перед банками, перед кем-то еще, то есть вот какие-то вот эти должностные финансовые обязательства, да, которые нам не дают спать, которые нам не дают спокойно, счастливо жить, то есть мы нервничаем, наша жизнь становится какой-то мрачной, нервной и так далее. Вот наша платформа Constellation Luck, она создана как раз-таки для того, чтобы убрать человека из вот этой нервотрепки. Мало того, чтобы убрать человека постепенно из рабства, то есть из рабовладельческого строя. Я так называю сейчас нашу жизнь на земле, вот когда человек работает в найме. Это самое, что ни на есть рабовладельческий строй. Человек сам себе не предназначен. Его жизнью кто-то распоряжается, его временем кто-то распоряжается. Кто-то диктует, когда, сколько и вообще получать ли ему деньги, свою семью. Вот корпорация Constellation Luck, она пришла для того, чтобы действительно вырвать человека из вот таких вот неприятных рамок, для того, чтобы человек понял, что он сам строитель своей жизни, счастливой жизни. Для того, чтобы человек понимал, что в любом случае везде и всегда нужно потрудиться, нужно поработать. То есть не работаем, как говорится, ну, это какие-то отпуска там раз в годик, когда мы съездили куда-то там, я не знаю, отдохнуть, да, в три звезды. То есть на большее, собственно, мы не способны. Опять же, по ряду причин, производственный век, он сжимает нас в доходах, пенсии не хватает и все прочее. То есть мы это все прекрасно понимаем, поэтому корпорация, она создана именно для человека, для нас с вами. То есть как таковой, как я всегда говорю, вот компании, как мы привыкли вот к этому слову, да, компания, вот мы устраиваемся на работу в компанию N. Мы устраиваемся на работу там в корпорацию N. Вот у нас такого нет. У нас есть объединение людей, которое называется корпорация Constellation Luck. Это именно программа, это именно бизнес-платформа. И мы сейчас с вами также посмотрим, что есть на этой бизнес-платформе, что предлагается людям. Потому что, вы знаете, наши встречи, наши школы, они проходят трижды в день. Живые вот такие школы, когда спикеры вещают вживую. Я не видела такого нигде, ни в одном проекте. Мы озадачены тем, чтобы к нам приходил живой, осознанный, проснувшийся человек. Для того, чтобы человек брал информацию из уст разных спикеров, потому что мы все разные, подаем мы по-разному. И сегодня провалился один жетончик, завтра провалился другой, потом еще третий, и так, в общем-то, провалились все жетоны, необходимые для того, чтобы понять, что такое космос в интернете. Наша корпорация Constellation Luck – это в переводе созвездие удачи. И самые две важных ключевых мысли, миссии, которые есть в корпорации – это рост вашего дохода и развитие вашей личности. То есть все очень просто. Чем бы мы ни занимались на Земле, торговали бы помидорами, картошкой, там, я не знаю, семечками, всем чем угодно, какими-то услугами. Все это делается с целью каким-либо образом, таким, знаете, сделать стабильный доход в свою семью. То есть все это делается с целью, чтобы были деньги в семье, чтобы можно было растить детей, решать какие-то свои задачи, да, и, собственно, жить. И еще реализовывать цели. Вот в нашем случае, конечно же, доход, но доход не будет увеличиваться, если не развивается личность. Ему некуда входить, скажем так. То есть сосуд личности очень узкий, и без развития личности, без развития нашего потенциала нам не о чем вообще даже думать, да? В плане нам не нужно думать о том, что у нас будут увеличиваться деньги в нашей жизни. Поэтому, ребят, вот эти два взаимосвязанных компонента, они мега важны на нашей платформе. И если вы не хотите заниматься развитием своей личности, не ждите того, что будет расти ваш доход. Соответственно, Constellation Luck Corporation –
она, эта платформа, создана так, чтобы сделать связи между людьми, вот с целью роста дохода и с целью роста личности, да, сделать эти связи живые и в то же время, скажем так, наложенные на электронный формат. То есть у нас электронные душевные связи между друг другом. У нас настоящее, чистое, беззаборное партнерство. Беззаборное партнерство, это тоже не сразу понятно. Я думаю, что по ходу моего объяснения вы будете понимать. Но хочу сказать сразу, вот этот пунктик я хочу подчеркнуть даже, да, то есть живые люди. Нам не нужны рефералы. Мы не затыкаем дыры в программах. И если вы сразу это четко поймете, вы уловите, что только с живыми людьми можно выстроить какие-либо действительно долгосрочные отношения. Потому что мы не проект, мы большой бизнес, который пришел в интернет и на планету Земля на долгие-долгие годы. И у нас уже есть достаточно классное время, которое мы существуем. И я об этом скажу чуточку позже, чтобы сейчас на это не переключаться. Я скажу об этом, когда буду показывать вам документ нашей регистрации. Но понимаем одну простую вещь. Мы не проектик, дешевенький такой, знаете, проектик в интернете, дабы зайти и нарубить немножечко капустки. Простите за мои вот такие вот высказывания, но очень много людей не догоняют, что в интернете можно и нужно зарабатывать серьезные деньги. Потому что если не о серьезных деньгах говорить, тогда вообще зачем вливаться в интернет? Мне вот это непонятно. Я понимаю, что на Земле более чем 30, более чем там 40-50 тысяч рублей в месяц, да, вот на Земле заработать обычному человеку невозможно. Соответственно, если человек настроил свою голову, ему действительно нужны большие деньги, ему действительно, у него цели, знаете, такие вот, ну, нормальные человеческие цели, жилье приобрести, приобрести там жилье для детей, например, помочь детям это сделать. Как бы, если у него действительно вот это есть, он понимает какие-то цифры, какие-то деньги, это миллиончики, да, и необходимо, чтобы они были, не просто потратились по ходу зарабатывания, да, а чтобы они были для того, чтобы осуществить цели. Вот для этого нужно идти в интернет, иначе тогда зачем все это? Тогда нужно оставаться в найме, работать на дядю и плакать о том, что не хватает денег. Понимаете, вот наша корпорация – это реально очень серьезное предложение, поэтому я вас попрошу, тех гостей, которые у меня сейчас присутствуют на вебинаре, максимально внимательно послушать с чистого листа. Вот знаете, без того, что я все знаю, да вы что тут нового скажете, да вы сами себя сейчас будете хвалить, каждый кулик хвалит свое болото, да, как говорится. Дело в том, что я буду хвалить, аргументируя, потому что есть опыт, есть на что опереться, есть определенный опыт в компаниях, и, слава богу, я начала ценить свое время и научилась считать. Чего и вам советую? Научиться считать. Тогда вы поймете, куда уходит ваше время, почему проходят годы, а вот и ныне там. Наша миссия – объединить людей для финансового благополучия и процветания. Мы это делаем через взаимоподдержку и взаимопомощь друг другу. И это не простые банальные слова. Вам могут многие наши партнеры сказать о том, насколько здесь мощная поддержка партнеров, насколько здесь серьезно работают наставники, хорошие наставники, которые работают уже длительное время, потому что на самом деле на платформу приходят разные люди, разные люди. Мы всегда говорим, если человек не взаимодействует, не работает с программой, значит, человек еще не проснулся. Значит, космос ему не дает возможности увидеть те деньги, которые здесь есть. Я сейчас буду вам показывать деньги, которые здесь есть. Я буду вам показывать, что еще есть, кроме денег. Другой вопрос. Открыл ли вам космос глаза и уши? Если вы сейчас почувствуете, те наши гости, я уверена, здесь есть гости, что что-то внутри вам подсказывает. Ваш внутренний помощник, который называется интуиция, который никогда не обманывает. Если он вам подсказывает, разберись, дорогая, разберись, дорогой. Посмотри еще какие-то записи, посмотри еще какие-то встречи, разберись с информацией, прислушайтесь, потому что интуиция никогда не обманывает. Если вы сейчас будете падать в обморок, как у нас говорят, бегаю за валидолом, там, да, за валерьянкой, когда мы показываем возможности нашей программы,
Ну, тогда вы просто, наверное, еще настолько дешево себя цените, настолько цените дешево свое время, возможно, пройдет какое-то время, вы в любом случае придете сюда. В любом случае. Потому что сейчас вам дается возможность узнать о корпорации Constellation Luck. Ваш выбор будет, разбираться или нет. Итак, что в нас уникального? В нас уникальное следующее. Ребята, мы с вами привыкли, что у нас есть начальники. Есть какие-то президенты в компании, есть их финансовый директор, там, да, пару человек, которые решают, будет компания вообще жить, какой продукт она введет, сколько он будет стоить, поднимется ли цена, поменяется ли маркетинг и так далее. Вот в корпорации Constellation Luck, почему мы говорим, что это новый формат бизнеса? Потому что в корпорации нет вертикали власти, у нас горизонталь власти. То есть у нас нет начальников. Да, у нас есть лидеры, которые составляют совет директоров, это 10 человек, потому что без этого никак, это руководящий как бы организационный орган, но эти люди, они работают, как и все, абсолютно. Они в этой комнате, они ведут школы, вебинары, они постоянно на связях. Это те люди, которые не прячутся где-то там за e-mail'ами, да, и никогда не выходят на связь. Вы знаете, так пафосно висит портретик на сайте, или же контактики, и с ним никогда не свяжешься, его никогда не увидишь и так далее. Вот наш совет директоров – это работающие трудяги, которые создали эту платформу для каждого из нас, чтобы каждый из нас без рисков действительно на скоростях в любое время суток мог приносить домой деньги. Мало того, что мог приносить, чтобы он приносил все больше и больше денег в свою семью. Это миссия корпорации Constellation Luck. Конечно, у нас есть председатель совета директоров, и вы сможете познакомиться с нашей Жанной именно 13 числа на нашей праздничной презентации, потому что 13 числа нам будет ровно 3 года. Это очень классное число. Так вот, совет лидеров – это люди, которые не понаслышке знают, что такое маркетинги. Это люди, которые не понаслышке знают, что такое психология сетевика, что такое вообще, что должно быть в командах, что должно быть в бизнесе для того, чтобы работающему человеку было классно. Вот эти люди, они имеют огромный опыт в сети, работы в сети интернет и в сети MLM-индустрии. Я надеюсь, что здесь присутствуют все люди, которые понимают, что сейчас век сетевой экономики. Ребят, кто никогда не занимался MLM-предпринимательством? Поставьте, пожалуйста, цифру 7 мне в чат, чтобы я понимала, что вы те люди, которые вот только-только страгиваются с понятием сетей. Циферку 7 поставьте, пожалуйста, в чат, если есть такие у нас гости. Угу, благодарю, галочка. Кто еще? Не стесняйтесь, мы здесь все жутко позитивные. Да, Екатерина, да, благодарю, Катюш, приветствую. Только разговаривали недавно, Лидия. Посмотрите, есть, конечно же, люди, которые никогда не занимались сетями. Я могу вас поздравить, вы сетями занимались всю жизнь. Прямо с детского садика. Вы знаете, я работала воспитателем. 6 лет я работала воспитателем в детском саду. И вот приходит девочка, приносит куколку. А другая девочка подходит и говорит: слушай, а где ты эту куколку взяла? А мне мама купила в магазине вот около садика. Что сделала девочка? Она порекомендовала. То есть MLM – это бизнес рекомендаций. И мы всегда с вами рекомендовали, но только нам за это деньги не платили. Да, предприниматель, куда мы порекомендовали? Он заработал, но нам даже спасибо не сказал, понимаете? Мы ему сделали бесплатную рекламу. Так вот, MLM – это бизнес рекомендаций. И мы занимаемся этим на новом, скажем так, уровне. Вот у нас MLM электронный, у нас электронная биржа труда. И мы выстраиваем MLM 21 века. Там, где максимально убрали все те минусы, которые есть в MLM-компании. Максимально они убраны. Мы об этом также посмотрим. Благодарю, ребят, за ваши семерочки. Я вижу, что у нас есть и гости, и новенькие наши партнеры, которые только включились. Елена, например, да, Леночка понимает, что она, скажем так, минула тот опыт, который был у нас. Ей сразу Бог дал корпорацию Constellation Luck. Так вот, друзья, помимо всего прочего, то, что я вам говорила, да, по объединениям, скажем, по надежности, по нашей голове, многоголовье, точнее, нашим, да, совету директоров, у нас есть подарки для каждого партнера.
У нас есть подарки. А подарки следующие. Если мы хотим поработать с серебром авторской работы, мы работаем с серебром, дополнительно работа с платформой. То есть это как бизнес в бизнесе. У нас у каждого есть кабинет в интернет-магазине. И когда мы заходим в нашу электронную сеть, мы автоматом с вами попадаем в партнерку этого интернет-магазина. Нам не нужно там ничего выкупать, нам не нужно поддерживать там как бы позиции, да, доставку делать. Это все делает команда, это все делает корпорация. Но если мы создаем там товарооборот, нам дополнительные денежки по интернет-магазину. Хотим, работаем серебром, не хотим, не работаем, заказываем себе любимому в подарок там или вообще не заказываем. Даже за личную покупку у нас есть бонусы каждому в интернет-магазине. И это очень здорово. То есть это как подарок каждому, кто пришел на платформу. Еще один замечательный подарок – библиотека методических материалов для работы. То есть это для самообразования. Библиотека доступна тогда, когда мы становимся активированным партнером. То есть если мы просто зарегистрировались, если мы взяли ссылку реферальную нашего пригласителя, мы еще не имеем доступ к библиотеке. В библиотеке курсы, софты, тренинги, программы, которые собирались, покупались нашими лидерами, и сейчас нам это отдано в свободный доступ. То есть очень много там материала, который стоит денег. И его ищут в интернете и покупают за какие-то деньги. В нашем случае для нас это бесплатно. И это как раз те материалы, которые необходимы для того, чтобы стать вот такими людьми, которые вдруг смогли сделать такую великолепную платформу. Причем платформу, которая с каждым днем, с каждой неделей набирает все больше и больше обороты и крутизну. Я не просто это говорю. Я говорю это потому, что очень многие проекты в интернете сначала очень громко заходят, а потом также громко падают. То есть там начинает останавливаться движение, там начинают сами админы направлять своих людей куда-то в другое место, опять же, зарабатывая на команде деньги, да, и так далее. То есть получается так, что здесь все продумано таким образом, чтобы чем дальше было, тем интереснее. Я лично в своем опыте, бизнес-опыте в корпорации Constellation Luck в этом действительно убеждаюсь постоянно и постоянно. Так вот, друзья, перехожу к очень важному моменту. 13 января 2018 года нам будет 3 года. У нас будет праздничная презентация здесь же, в этой комнате. Вы вживую увидите наших лидеров, наших спикеров. И мы постараемся сделать для вас интересное мероприятие, праздничное мероприятие, потому что действительно для нас праздник. Мы с любовью это все готовим. Вот мы даже как бы организацию ведем, да, в общем-то, репетиции, как говорится, да. И я, наверное, настолько ловлю себя на мысли, я чувствую это по нашим организаторам, которые этим занимаются, сколько любви к этому бизнесу у людей. Вот это сертификат, это говорит о том, что платформа платит налоги. Это говорит о том, что мы можем с вами совершенно спокойно в 19 часов, Татьяна, точно так же, как вот сейчас я веду встречу, да, это будет праздничная презентация и будет много-много вещателей. В 19 часов и 18:30 у нас будет флешмоб, я об этом еще проговорю, что это такое. И вот переходим, да, переключаемся на этот слайдик, и вот этот документ, это наше с вами спокойствие. Это говорит о том, что нас никто не закроет, потому что якобы мы там ведем нелегальную деятельность. Мы, как любая молодая компания, как компания, которая не зарабатывает денег. Еще раз, корпорация Constellation Luck, она не создана для того, чтобы ей, самой компании, зарабатывать деньги. Деньги зарабатывают люди, которые включаются в электронную сеть, то есть партнеры. Потому что 99% денег мгновенно, моментально отдаются на кошельки партнерам. Соответственно, вот этот 1%, он необходим для того, чтобы оплачивать налоги раз в год в лояльной налогооблагаемой зоне. Вот этот процент нужен для того, чтобы, опять же, было здорово нашим программистам, чтобы эта комната была, да, чтобы оплачивать какие-то необходимые вещи и не клянчить у партнеров. И чтобы люди, которые начали все это дело, ну, зарабатывали свои деньги по маркетингу, не вынимая из своего кармана, понимаете? Потому что очень пыль в глаза бросают там в некоторых проектах, да, где про 100% говорят,
что типа, да наши лидеры все платят. Но как же живет ваш проект? Да лидер, а почему они это платят? Собственно, они же точно так же, если они на тех же условиях, что и партнеры. Поэтому, друзья мои, 99% сеть не отдаст ни одна MLM-компания, а тем более мгновенно. Мгновенно отдает компании. Мы работать можем с 200 странами мира. То есть ваш партнер может быть в Америке, ваш партнер может быть в Италии, в Германии и так далее. И у вас там начнет формироваться команда. И оттуда к вам будут мгновенно прилетать чеки. Понимаете, о чем я говорю? Это возможности сетей и возможности интернета, и это возможности Constellation Luck. Чеки будут прилетать на автомате. На автомате. Мы об этом еще скажем, потому что автоматизация – это также одна из самых важных фишек, которые есть в нашей компании. Итак, легальность корпорации – это уверенность каждого партнера в завтрашнем дне. Горизонталь власти, да, я немножко подытожу то, что я говорила, это коллективное управление, это многоголовье. Это тогда, когда идет созвон, и совет директоров обсуждает, голосует вообще, чему быть, а чему не быть в компании. И мало того, они не из своей только головы это берут, они смотрят на то, что просят партнеры, то, о чем говорят партнеры, что бы хотелось, чтобы было в корпорации. Поэтому, друзья мои, мы вместе с вами шлифуем эту платформу, хотя она уже достаточно отшлифована. То есть я не знаю, конечно, предела совершенства нет, но, на мой взгляд, здесь уже настолько круто, просто, конечно, мы идем в ногу со временем, мы понимаем, что сейчас такое время, да, вот пятое измерение и так далее, сейчас все настолько моментально меняется, сейчас такие генерируются мысли, такие идеи у людей. Поэтому здесь все будет происходить так, что будет все интереснее и интереснее. А теперь эффект домино. Кто видел, как падает домино? Поставьте цифру 5, пожалуйста, в чат мне. Ребят, кто видел, как падает домино, когда одну доминошку страгиваешь и пошел процесс? Вот кто это видел? Поставьте пятерочки. Я понимаю, может быть, я где-то немножко глупый вопрос задаю. А может быть, кто-то действительно и не видел вот эту цепочку, когда падает домино. Отлично. Вот наша автоматизация, наша программа робот, она это умеет. Она умеет делать таким образом, что один маленький платеж, одна маленькая активация сбивает очень крупные платежи. Что значит сбивает? Да деньги летят в кошельки людям. Платеж, допустим, двухзначного номинала, да, долларового, может сбить платеж четырехзначного, то есть пришел четырехзначный чек. Мало того, люди еще и трехзначные половили, это только один маленький чек, сбивает все остальные. Вот это не могут догнать админы, которые пытаются нас скопировать. Понимаете, они пытаются, они берут элементы нашей программы. Они пытаются к себе это привязать как-то. Но то, что есть в корпорации Constellation Luck, такого не повторят никто. И это не просто громкие слова. Дело в том, что над программой очень долго работали. И несмотря на то, что нам уже 3 года, нам скоро пойдет 4-й год, мы еще на самом деле маленькие, но мы уверенно шагаем. Знаете, вот как ребенок, да? Он уже бегает, он уже шагает. Просто он еще как бы, ну, не такой большой. И если вы зайдете на сайт, вы увидите, промотаете вниз сайт, вы увидите количество партнеров на платформе. И если вы еще и понаблюдаете, вы зайдете туда через часок, вы увидите, как меняется цифра. Она не просто меняется, потому что у нас все честно и прозрачно. Количество партнеров меняется и количество выплаченных денег. Соответственно, вот это как раз-таки самый важный, наверное, пункт, наша программа «Автомат», наш печатный денежный станок, как мы его называем. Вот это, скажем так, центр, да, вот на что идут люди, потому что давайте мы не будем обманывать друг друга. Мы все приходим в сети зарабатывать деньги. Неважно, что мы там двигаем, да, косметику, БАДы, сковородки, чайники и так далее. Мы строим сети. И когда мы разговариваем с людьми, когда мы разговариваем, всегда как бы хочется спросить, понимаете,
Строится сеточка, вот я порисую чуть-чуть, да, вот здесь вот, ведь любой сетевик, если он не просто продает, да, не занимается прямыми продажами, он считает себя сетевиком, то есть он подключает партнеров, клиентов ли, партнеров, неважно, он строит сеть. Вот одна сеть, да, одни и те же товарообороты, совершенно. Допустим, в сети прошел товарооборот $1 000 000. Ну вот, к примеру, представим эту цифру. То есть прошла в сети такая вот оборотка, да, в компании, ну пусть там, я не знаю, за неделю возьмем, там, за несколько дней, неважно. А вот в этом месте тоже сеть, тоже взаимоотношения и тоже товарооборот $1 000 000 прошел на платформе. Вот здесь вот на зарплату отдастся 30%. А вот здесь вот почти 100. Скажите мне, пожалуйста, где интереснее строить сети? Где вы будете понимать, что ваше время, оно стоит дороже, вы стоите дороже? Ребят, вот это же простая математика, это простые цифры. Потому что сетевики начинающие, они вообще априори не понимают слово «выплаты в сеть». Понимаете, я сама была такой, чайник чайником. Выплаты в сеть, да какие-то выплаты в сеть, непонятно. Да какая разница, я вон пошла, продала, заработала, да, банку там с этим, с кремом продала, я на карман положила такие-то деньги. Хорошо, а если я села? Ну вот я устала, я заболела и так далее, будут у меня деньги? Нет. Поэтому сетевики и строят сети. Для того, чтобы организация под ними уже функционировала сама по себе. Так где интереснее строить сети? Там, где 99 мгновенно? Или там, где 30% раз в месяц отдается? Такого нигде нет, уверяю вас. Да, многое прошли. Это к слову, да, вот перед тем, как я перешла вот к этому слайдику. В сеть мгновенно 99. Мало того, есть такой пункт, что у нас отдается еще лично за рекомендацию 100%. Больше 10% за рекомендацию в MLM-компаниях я не видела. Мы любим покопаться, мы любознательные, любопытные. Мы сами прошли определенные вещи. Поэтому давайте мы будем как бы вот правде в глаза смотреть о том, что сейчас век цифровой экономики и знаний. Мы продвигаем цифры и знания. Мы продвигаем цифру, это цифровая математическая авторская программа, программа «Робот», которая занимается нашей сетью. То есть она делает так, что происходят мгновенные связки между кошельками. Мгновенные, понимаете, между кошельками. Выплаты инстантом 24 часа в сутки на платежные системы, 4 платежных системы, Perfect Money, Advanced Cash, Nix Money или Bitcoin кошелек. То есть 4 платежки, которые работают также на автомате. Нам не нужны платежки, которые нам отдадут деньги через 2 часа. То есть примут там, например, примут, или нам завести в кабинет нужны деньги, там какое-то время ждать. Вы знаете, у нас самая скоростная система заработка. У нас мгновенный вывод, мгновенный завод денег. У нас мгновенно происходят связи между сетью. Этим занимается сама программа «Робот». Вот она стоит больших денег. Она имеет огромные ценности, сама программа «Робот», ребят. Понимаете? Но без обучения, без развития, без развития тебя как личности и как лидера, ну, невозможно ничего, потому что лидер – это профессионал. Чтобы стать профессионалом, надо учиться. Кто зарабатывает большие деньги? Ну, вот, ну, неважно, берем стоматологию, берем гинекологию, берем там, я не знаю, все что угодно. Профессионалы зарабатывают серьезные деньги. Все остальные, кто не хочет думать головой, шевелить мозгами, сидят в конце и, в общем-то, как есть один ролик там, да, у ребят, бегут по какашкам, я извиняюсь. То есть все те, кто не хочет заниматься собой, саморазвитием. Мгновенный вывод денег очень приятно. Это говорит о том, что мы сами руководим своим бизнесом. Мы сами понимаем, что сработал-заработал, сработал-заработал. А помимо всего прочего, робот-автомат нам, знаете, что делает? Он нам еще и увеличивает наши заработки. Сама программа, несмотря на то, что мы вывели деньги здесь и сейчас, мы принесли их в семью,
У нас происходит так, что наш бизнес развивается дальше. Мы не вытащили всех денег из бизнеса, потому что вы знаете, любой предприниматель на земле, открывая бизнес, он что делает? Он сначала вкладывается, вкладывается, вкладывается. Он открывает, занимает миллионы, там миллион, два, кредиты берет, документы поднимает. Он в ноль выходит, дай бог, через полгода в ноль, понимаете? Потому что ему нужно опять закупить продукт. Он же не может с пустыми полками, например, да, торговать. Он постоянно вкладывает свое дело. Вот в нашем случае у нас вот эти вложения в расширение бизнеса делает робот и делает их очень комфортно, не оставляя нас без живых денег, не оставляя, понимаете? И вот для того, чтобы все это реально осознать и понять, нужно ходить обучаться. Бизнес-образование. Мы учим интернет-предпринимательству, то есть самым необходимым навыкам. Это YouTube-канал, социальные сети и так далее и тому подобное. Причем мы, скажем так, у нас не все, вот знаете, вот есть оно и все. Нет. К нам приходят люди, которые приходят со своим опытом, со своими знаниями. И мы очень рады подращивать педагогов и спикеров в нашей компании. Поэтому, ребят, помимо интернет-предпринимательства, обучения личности, развитию личности, да, лидерские школы, школы начинающего лидера, именно школы, касаемые специфики бизнеса, то есть как играть в шахматы, да, в нашей программе, гармоничное духовное развитие, формирование мышления, процветание, все это есть у нас. И не нужно ходить покупать что-то за деньги. Вы уже все это приобрели изначально. Другой вопрос, если вы не ходите и не обучаетесь, и потом говорите наставнику, а у меня ничего не получается, хочется сказать, возьми зеркальце с ручкой красивенькое, посмотри на себя и честно признайся, ты слышишь, что тебе говорят? Ты слышишь, что тебе говорят, что надо читать чаты, надо ходить на школы. Каждый раз ты будешь получать новую-новую информацию. У нас каждая наша школа, она рождена. Вот я сейчас, понимаете, веду школу, она родилась из прошедшего дня, из прошедшей недельки. А у нас не бывает одинаковых школ. Поэтому вот это нужно четко понять, особенно нашим партнерам, которые уже в партнерстве, да, а те, кто у нас только присматривается, ребят, ну, как бы, да, обучаться надо. Учиться надо будет многому, потому что мы с вами этим не занимались. Мы не занимались с вами построением сети на скоростях, мы не зарабатывали скоростных денег, потому что сначала вы будете зарабатывать небольшие чеки, да, по каким-то программам, если вы зашли мелким стартом. Потом будете все крупнее и крупнее, эти чеки будут вам казаться уже само собой разумеющимся. То есть смотрите, что происходит в нашем автомате и в нашем бизнес-образовании. Нас компания постепенно приучает к большим деньгам. Постепенно приучает. Если человек приходит, который уже мыслит на миллион долларов, он и заходит крупным стартом, и у него быстро очень крупные деньги. Если человек еще пока с нищетой в голове, я не хочу никого обидеть, и сама такая была. Понимаете, вот это надо вытряхивать. Это вот совдеповские вот эти мышления, да, что я стою 50 тысяч рублей в месяц, и все. Как будто с неба спустились вам манифест, да, ангелы принесли, что вот ты можешь получать только такие деньги. А почему не миллион в месяц? Я всегда говорю, а кто вам это сказал, что вы не можете зарабатывать миллион в месяц? Поэтому, друзья, духовное развитие, даже занимаемся энергетикой, восстанавливаем энергетику, это медитации наши. То есть я, когда пришла на платформу, я поняла, здесь подход к человеку со всех сторон. И это очень классно. Вот это наше бизнес-образование. Ну а равенство партнера в бизнесе говорит о следующем. Независимо от сроков ведения бизнеса, все в одинаковых условиях. То есть есть программа, для которой важно... Что под вами создается? Товарооборот. Ей не важно, с каким образованием, с двумя, с тремя вы пришли в программу. Нет товарооборота, соответственно, и дохода. То есть мы все одинаковы для программы робот. Мы все одинаковы абсолютно. И бывают такие вещи, что пришел партнер, подключил там пару человек, да, и куда-то побежал в живую очередь, постоять в живой очереди. Ну, я говорю, кому-то стоять, а кому-то деньги зарабатывать, да. Вот он подключил, а люди начали работать. Они его обогнали где-то по программам. Они больше зарабатывают, чем этот человек. У него
у них формируются товарообороты больше, чем у него в общей связке. Понимаете? То есть независимо, когда вы подключаетесь, все в ваших руках. Абсолютно. И в плане доступного входа, достойного выхода. Конечно, к нам можно зайти совершенно разными стартами. Конечно, у нас есть разные стратегии, да? Но все зависит от того, насколько вы хотите сэкономить свое время и свои силы. То есть есть такой момент. Вам, говорит, как, побольше поработать и поменьше заработать? Или поменьше поработать, да, и побольше заработать? То есть вам как? Если вам хочется поменьше поработать и побольше заработать, значит, нужно заходить на крупные стратегии. Потому что товарооборот никто не отменял. Денежный оборот никто не отменял. Нет того дяденьки, который нам сыпет откуда-то деньги. Мы все вместе это делаем, объединяясь, продвигая нашу программу. И таким образом создаются товарообороты. Цифра и знания. Цифра и знания. И почему мы говорим, подходит система для каждого человека? Даже пенсионер и пионер, да, и студент может войти в нашу программу, да, он там не возьмет сразу крупную стратегию, он возьмет там парочку программ, например, да, потому что вся наша программа робот, вся наша программа робот, это 16 автоматизированных связанных источников дохода. Можно купить все 12, мы сейчас об этом поговорим. А можно купить 2-3, то есть часть программы, часть именно вот математической, да, цифровой программы. А платформу-то вы покупаете, у вас все подарки, все вам, ну, как говорится, есть, да, и вы встаете на путь к роскошным подаркам. То есть при выполнении определенных условий у нас есть школа в 15 часов в этой же комнатке. А мы получаем от компании реальные, настоящие подарки, которые не надо потом оплачивать, которые просто дарятся и все. Адилбек, у меня со звуком все в порядке. Ребят, десюнчики, пожалуйста. Десюнчики, у меня микрофон бегает нормально. Пустите, пожалуйста, 10. Роскошные подарки – это подарки в нагрузку к деньгам. И автомобили Toyota RAV4 и Kia Sportage, благодарю вас за 10. Kia Sportage, да, и квартирный, жилищный бонус – это вообще, знаете, цель людей, которые пришли в бизнес корпорации Constellation Luck, цель – попасть в ключ и уже получать доходы по ключу и двигаться к 100 тысячам долларов на покупку недвижимости. Это денежный такой бонус, жилищный бонус от компании, настоящий бонус, который потом не надо отрабатывать, выкупать и все прочее. Понимаете, это настоящие подарки, не путайте с промоушенами, которые проводятся в компаниях, с лизингами и все прочее. То есть 16 источников дохода в общей нашей программе. Это не предел. Есть еще 17-й, пока он не, его нет в наших кабинетах. Он не привязан к общему роботу. Это не предел. Естественно, мы идем в ногу со временем. И каждый из этих источников дохода прекрасен по-своему. В каждом источнике дохода в десятки раз увеличиваются чеки. И все эти 16 источников дохода, они связаны друг с дружкой. Ребят, что хочу сказать. Вся программа стоит 12 тысяч долларов. Я вас сейчас буду пугать. Пугать я вас сейчас буду. То есть программа робота стоит 12 тысяч долларов. Что я имею в виду? Из 16 источников, из 16 частей и компонентов нашего общего робота мы можем приобрести 12. 12 источников стоит 12 где-то тысяч долларов. Но это не принципиально, понимаете? Это для тех людей, для бизнесменов, которые владеют суммой необходимой, они хотят приумножать свои деньги, они не хотят терять в каких-то там лжеинвестициях, да, потому что инвестиции – это большие мыльные пузыри. Это большие мыльные пузыри. И не нужно, вот просто слышу очень, ну, периодически, да, там про финансовые пирамиды, там про все прочее, есть некоторые вещи, которых у нас нет. То есть то, что есть в финансовых пирамидах и почему они рушатся, у нас этого нет. У нас четкий алгоритм. Мы не говорим, что вы будете в любом случае зарабатывать, лишь бы принесите деньги. Мы говорим о том, что необходимо сделать то-то, 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 вот тогда будут деньги. И мы как раз сейчас на слайдах на этих посмотрим. То есть что необходимо сделать для того, чтобы были определенные деньги. То есть человек приходит и говорит, мне нужно заработать кровь из носа 10 тысяч долларов. Вот
операции, там, не дай бог, да, там какие-то такие вот цели горящие, там автомобильку хочется, например, такую, да, вот нужны мне эти деньги, и все, что мне нужно сделать? Значит, я сейчас вам буду показывать некоторые стратегии работы. Еще раз повторяюсь, это не принципиальные, но они, скажем так, самые такие эффективные, да, старты. Одни из эффективных стартов тогда, когда вы сможете сэкономить время. То есть возникает вопрос, да, как работать, как двигаться к своим целям, или на ракете, или на Мерседесе, или пешком. Вот мы сейчас посмотрим, да, ну, наверное, ракетку, да, ракетку посмотрим. То есть $1500, что это значит? Это единоразовое вложение в ваш бизнес. В этом случае вы сами покупаете программу «Эконом», «Бизнес», «Зодиак», «Спутник 10», «Спутник 100», «Элит бизнес», «Премиум» и «Ключик». Вот для тех людей, которым очень надо в ключ побыстрее, для тех людей, которым вообще нужно побыстрее двигаться к целям, и которые хотят уже как можно быстрее сразу с нескольких программ получать деньги на руки. То есть мы смотрим просто алгоритм «Все по три». Но я хочу сказать следующее, у нас давно уже не по три человека. Те, кто работают, имеют возможность выставлять в первую линию безграничное количество партнеров. Выставляем в первую линию, зарабатываем здесь и сейчас, еще и помогаем двигаться нашей этой первой линии по программам. То есть здесь двойная, как бы вот такая вот фишка. Мы себе помогаем здесь, деньги здесь и сейчас. Сделали шаг, вывели и довольные в семье денежка, да? И в то же время ваши партнеры, благодаря вашей работе, также двигаются. Понимаете? Здесь заточены программы именно так. И когда мы с вами подключаем трех партнеров по той же самой стратегии, я говорю про 1555 единоразово. В этом случае к нам уже программа «Эконом» на руки дала $50, «Бизнес-класс» $15 на руки, «Спутник» $30 на руки, у нас запустилась орбита в «Зодиаке», «Элит бизнес» нам дал денежку. То есть мы активировали то, что должны были активировать эти программы. То есть робот должен был запустить. Потому что робот заботится о том, чтобы у нас открывались новые программы, если мы сами их не открыли. Для того, чтобы мы не сидели на мелких чеках. Потому что чем дальше, тем крупнее чеки. Соответственно, мы уже опередили робота, мы сэкономили свое время, свои силы. Мы уже имеем три партнера в ключике и три партнера в премиуме. Наша троечка сюда вылетела. Балует у меня комната что-то. Смотрите, ребят, наличных денег почти $600. Наличных. Бизнес развивается. То есть есть еще деньги, заработанные вот в этих программах. Это на развитие бизнеса. Белые на развитие бизнеса, синие на руки. Что сделали дальше мы? Мы помогли нашей троечке подключить своих трех информационно, не отдавая личных партнеров. Это делать ни в коем случае нельзя. Информационно. Они подключили трех, они точно так же заработали по $600, у них уже тоже партнеры прилетели в премиум и в ключик, а к нам пришли опять 50, 90, 60, 90, 250 и 250, и еще и есть деньги на развитие бизнеса. Но у нас открылась программа «Ключ», у нас ее запустил «Ключик». Понимаете, мы уже в ключе, 12 человек, мы уже в ключе. Но у нас есть наличные деньги. То есть, смотрите, получается 595 и 790. Мы уже наличных денег получили. Вот примерно такое количество, которое мы вложили, но у нас за 2000 открылась программа «Ключ», и у нас есть денежки дальше на развитие бизнеса. Ничего не останавливается. То же самое 9 повторили. То же самое 27 повторили. И все абсолютно в шоколаде. То есть вы поймете, что как 25 к вам прилетало, так вам, знаете, может быть, даже вот буквально там на следующую минутку, а может быть, в ту секунду вам прилетели 250. К вам уже приходят люди по ключу, у вас уже начинает заполняться ключ. У вас открылась программа «Элит премиум», у вас открылся «Спутник 1000», VIP за $5000. А VIP – это, извиняюсь, $100000 только в программе VIP. Только в программе VIP. И это только начало-начал. Но у вас на руках $14035. На руках. Не заработанных всего, а на руках. И каждый из ваших трех
по 10 485 заработал, так как вы их звали зарабатывать, и вам не стыдно перед своими людьми. Вы понимаете, это не одна, это не линия заработала. Это каждый из трех. Каждый из девятерых заработали по 1385, каждый из 27-рых по 595, потому что под ними первая линеечка вошла. О чем это говорит? Это говорит о том, что вся команда с деньгами. Это говорит о том, что ваших людей и вас лично уже потом не остановить. Потому что вы не вкладываете постоянно в бизнес. Вы вкладываете только свое время, свою энергию. Но извините, а что мы делаем 40 лет на земле? Мы что, не вкладываем время, энергию, работая на дяди? Что в итоге? Что в итоге? Все дороже цены, все меньше зарплаты ее срезают, и пенс и я, да, в конце, в 10 тысяч рублей. Как хочешь, так и живи. Выкидывают, как отработанный материал. Просто. Стратегия более мелкого формата, на 1000 долларов. То есть здесь мы еще пока не открываем программу «Ключик». Мы ее не открываем пока. Вот там мы открыли, да, здесь мы все программы открываем, кроме «Ключика». Вот мы открываем все программки вот эти, и получается, что те же самые действия, те же самые все по три, всего четыре линии. Это пока начало-начало мы показываем, понимаете? У нас есть просчеты и дальше. Как нам говорят... Ну, а это ж сколько надо людей? Подождите. Вот эта команда, вот эта, это и команда ваших трех человек. Это и их люди, это и их команда, это и их работа. Вот эта командочка, это еще и командочка девятерых человек. Команда в команде. И это не говорит о том, что вам лично надо вот эти 120, которые в сети, то, что здесь вот по просчетам. Это не так. Начните действовать, все увидите. Вот в этом случае у вас будет чуть меньше денег, 10 960 долларов. У ваших трех человек по 9 410. 9 человек по 985, у каждого с 27 по 195 наличных денег. При этом у вас открыты программы, у ваших партнеров также открыты программы, к вам уже вот эта ваша троечка так замечательным образом на полном автомате летит в программу «Ключ». Вы даже будете спать. А они прилетели, и к вам прилетели деньги. Потому что в ключ один зашел, 8 человек получило. Потому что это мощнейшие переливы, мощнейшая командная работа. Ребят, и как бы еще один, да, старт, который сейчас вообще, ну, нравится народу, да, люди так заходят очень часто, тоже достаточно эффективный, тоже сразу с трех программ идет наличные суммы. Даже первого партнера вы подключили, у вас уже три программы отдаст денежку. 25, 5 и 10. Первого даже подключили. Понимаете, сделали шаг с деньгами, сделали шаг с деньгами. В этом случае заработок ваш личный доход 9810 долларов. Ваших три человека получили наличных денег 1145 долларов, принесли в семью, потратили уже, да, работают дальше. 9 человек по 485. И каждый из 27 по 95 долларов. Вот то же самое, что у вас было, когда была первая линия. Потому что вот эти 3, 9 человек – это их первая линия. 27 человек – это первая линия девятерых, и, соответственно, вторая линия – трех человек. А ваша – третья линия. Вот такая вот, такие общие объятия, общая такая вот связка, да, работы. И вам, конечно же, выбирать, решать. Хочу сказать следующее. Если вы зашли на более крупный старт, вы уже в шоколаде. Даже если за вами будут подключаться на более мелкие стратегии. Вам все равно это выгодно. Вы все равно экономите время. Вы все равно исключаете работу робота в том плане, что ему надо скопить деньжат из ваших заработанных и запустить программу. Вы уже ее запустили. Вы экономите, сжимаетесь по времени. Вот зачастую на слайдах показывают следующее. Показывают, знаете, какую штуку? Верхушку айсберга. То есть людям показывают первую линию, вторую линию, третью линию, а на самом деле, если брать объем работы и считать, какое количество партнеров внизу, там получается огромное количество. А здесь показывают 3, 9, 27, все. И ты заработал там миллионы, значит, тысячи, там десятки тысяч долларов. Это неправда. Нужно, чтобы еще десяточек уровней вниз вошло.
Но только это на слайдах не показывают. Мы же показываем все прозрачно и четко. И наше вот это вот действие, да, оно совпадает с практикой. То есть теория совпадает с практикой. Почему? Да потому что робот запускает программу, нет выдергивания денег, нет остановки бизнеса. Я когда это осознала после своего прошлого проекта, где мы с кошелька на кошелек пересылали, вы понимаете, вот я тогда поняла, вот оно. Вот оно для работающего бизнес-ориентированного человека. Чтобы человек понимал, все, что мне показали на слайде, заходит объем работы, объем в команде, подключаются партнеры, создается товарооборот, я в любом случае получаю эти деньги. А мои люди получают вот эти деньги. Без всяких «если». Где нет автоматизации, там, ну, получается так, что лидеры устают работать, потому что они видят одно на слайдах, и практика, она не совпадает с теорией. Поэтому вот здесь вот нужно очень четко это понимать. И нужно также понимать, что вы не одиноки в этом мире. Тому, кому сейчас очень непросто. Тому, кому сейчас очень сложно, я бы сказала. Из каких тисков вырывались мы, не все это знают. И, скажем так, и знать, наверное, не нужно. Но поймите, прежде чем к вам придет успех, прежде чем к вам придут действительно достойные деньги, которые вам бы хотелось иметь в своей жизни, надо потрудиться головой, научиться общаться с людьми, научиться быть интересным, притягательным человеком. Этому всему мы учим. Будете учиться, значит, будете меняться. Не будете меняться, значит, не будет меняться ваш доход. Поэтому мы даем возможность, а воспользуетесь вы или нет, или у вас также мечта, знаете, будет висеть до конца жизни, вот вы ложитесь на диванчик к очередной мыльной опере, да, или ток-шоу, и думайте, а было бы неплохо жить на берегу моря? А было бы неплохо иметь особнячок? Да, было бы неплохо. А может, поднимем пятую точку? Понимаете? Люди настолько занимаются иллюзиями, да, считают, что кто-то что-то им должен, кто-то должен, спонсор должен, государство должно. Родственники должны, такие сволочи, не помогают, да, там то пятое и десятое. Вы понимаете, в чем дело? Если вы сами не начнете брать на себя ответственность за каждый день своей жизни, за каждую минутку, ничего меняться не будет. Если вы сами это не будете делать. Наша корпорация – это отточенный бизнес, проверенный временем и людьми. И все это видно на слайдах, все это видно у нас в кабинетах. Я сейчас вам покажу просто экранчик, да, для того, чтобы вы понимали, где это, скажем так, видно. Вот здесь вот. Я думаю, что экран вам виден, ребят. Да, экранчик виден. Вот здесь вот у нас идет статистика выплат. Здесь проходят совершенно разные чеки. 2000, 2500 долларов – это не за месяц, это не за неделю, это даже не за день. Это в единицу времени чеки. Такого нет нигде. Я отвечаю за свои слова. Кто мне может показать нечто подобное, будем смотреть, прокручивать, как говорится, покажите лучше, да? Покажите лучше, мы же не против. Потому что мы себя любим, свое время мы ценим и так далее. Ребят, какие ко мне есть вопросы? Я закончила. Какие есть вопросы? Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте вопросы, чтобы ни одного вопроса не осталось неотвеченным. Либо вы связываетесь со своим наставником, точнее, те, кто у нас в гостях, те, кто только слушает, свяжитесь с пригласителем в эту комнату. Этому человеку будет очень важно и интересно, чтобы вы зарабатывали деньги. Понимаете? Он будет всячески вам помогать. Вы как бы вот этот момент понимаете? Нам важно, чтобы наши люди зарабатывали деньги. В этом случае нам робот зарабатывает все более и более крупные чеки. Нам это делает робот. Нам он просто пересылает все, что нам положено, да, все, что нам необходимо иметь в зависимости от маркетинга. Матросов нет вопросов, да? Так, сейчас. Под какой документ будем влаживать деньги в программу? Вам документ нужен, Александр? Вам зачем нужен документ? Я одного понять не могу. Вам надо привести много документов тех инвесторов, которые соскамились. Что происходит с квестрой?
Очень громко гремело, офисы открывались, все прочее. Внутрянку гоняют, люди деньги не выводят. Вам какие документы, печати нужны? Самый главный документ – это деньги в кошельках людей. У нас куча записей вывода. Вы можете просто-напросто войти в программу на какие-то маленькие, да, допустим, старт, подключить первого партнера, вывести деньги и убедиться, вот это и будет документом. Когда мне говорят гарантии, да, документы и все прочее, у нас есть сертификат о том, что мы платим налоги раз в год. У нас есть запись, как получали, да, Жанна показывала пакет этих документов, все прочее. Не ищите, знаете что, грязь в чистом месте. Вот я вам просто посоветую. Вы можете мне сейчас сказать, ты нахваливаешь, да, все это дело и так далее. Я не просто так здесь работаю больше года уже. Если бы я видела какие-то косяки, какие-то подводные камни, я не умею работать там, где подводные камни. Я не умею работать там, где обманывают. Поэтому вы можете это просто проверить. Пройдите по стратегии. Пройдите, не заработайте эти деньги, не выведите то, что я вам сейчас показывала по просчетам, вот тогда вы нас задавите фактом, что вот у нас не было документов и так далее. Зачем вам документы? Моя компания продуктовая работала в России, была зарегистрирована в России, работала 3 года, и она соскамилась вместе с нашими деньгами. Продуктовая компания, которая занималась здоровьем. Там был документ регистрации в России. Там были банки, которые мы получали за свои деньги, да? Пластыри и так далее. Где дальше наш бизнес? Нету. Президент просто взял его и перекрыл. Потому что пошла такая ситуация, что экономика падает. И людям нужен самый важный продукт. Самый ценный – это деньги. Потому что когда к вам приходят коллекторы, когда к вам надо оплачивать обучение ребенку, вы же не пойдете туда с косметикой, с банками. Нате, возьмите. Поэтому, ребят, самый важный документ – это деньги здесь и сейчас. Мгновенный вывод денег. Не верите на слово? Ну, проверьте, убедитесь, зайдите на малое количество программ и убедитесь просто в этом. А то, что работать надо везде, это точно. Кто из присутствующих знает робота Флетчера? Так, все так говорят только хорошие о своих компаниях. Но я же вам говорю, проверяйте. Проверяйте. У нас куча фактов, ребят. Ну, какое здесь не просто так хорошее, там, знаете, расхваливание и все прочее. Я всегда говорю, вы знаете, у нас лидеры работают 3 года в одном месте. В одном, не в 10 проектах, а в одном месте. Вы покажите мне, где, в каких проектах такое есть. Это в Constellation Luck. И это не просто так. Здесь чем дальше, тем интереснее. По поводу Роберта Флетчера, в чем вопрос? Александр, пишите. Сколько подарено автомобилей? Спутник дорабатывали, сейчас спутник отдает на руки деньги, то есть там привязки происходили. Автомобили на подходе. То есть вы можете первый его получить, Виктор. Автомобили, ребят, я вам объясняю. Значит, автоматизация наша долго дорабатывалась. Почему я вам говорю, что у нас создали очень крутой бриллиант? Потому что с ним долго и тщательно работали. То есть ее дорабатывали и программу спутника 100, и программу спутника 1000. Поэтому вы делаете, вот как мы заявляем, да? Вот тогда, я говорю, вы нас задавите фактами, что здесь не работает, что здесь подарки не дарят и все прочее. Потому что этот вопрос, он как раз-таки идет от того, что якобы не дарят подарки. Понимаете? Я у него по такой методике потеряла 60 тысяч долларов, он мне тоже говорил так. Какие слова? Какая методика? Вы что там сделали вот у него, у Флетчера, у этого? Куда вы внесли 60 тысяч долларов? Вы про инвестиции говорите или про что? Как понять потерял? Ребят, вы знаете, это... Ну а при чем тут инвестиции? Я вам не говорю про инвестиции, Александр. Я вам показала математическую маркетинговую стратегию. Про инвестиции. В инвестициях еще не такие деньги теряют, ребятки. Просыпайтесь. Вы не настолько крутые инвесторы, чтобы на вас работали деньги. Крутая инвестиция – это вот, например, у этого, как его, Украину обдирает, да? Обирает, понятно. Крутая инвестиция – 100 тысяч долларов. Нормальная инвестиция.
100 тысяч долларов, это, допустим, наш учитель, Саид Мурод Давлатов, вот он инвестор. Он смеется, когда говорят про 10 тысяч долларов инвестиций, про 1000, а у нас же люди считают, что это инвестиции. Я не говорю, Александр, где вы именно, в какой инвестиции, почему именно 60 тысяч долларов. Но вы понимаете, что вам, если вам обещают халяву, если вам говорят, принесите денег, работать не надо, делать ничего не надо, ребят, это ловушка, понимаете? Людям нужны просто ваши деньги. Вы их отправили на деревню дедушки. У нас деньги распределяются мгновенно по кошелькам людям, мгновенно. Мы сразу это видим. Нажал человек кнопочку на программе, купил программу, мы заходим в статистику, мы сразу видим, где деньги. Они у партнеров, они у наших партнеров. И это происходит все моментально. Поэтому задумайтесь, да? 1000 рублей в инвестиции вкладывают, бьют себя в грудь. Да, я инвестор. Потом за 3 месяца не могут свои эти 1000 рублей вывести, потому что проектик соскамился, да? Зато инвестор 1% день капал. Я тоже долго сомневалась, присматривалась и время потеряла. Проснувшись за месяц, получила на руки более 600 долларов, пригласив всего 2 партнера. Вот-вот, Лен, вот на самом деле. То есть надо разобраться. Просто нужно разобраться. И для этого мы проводим постоянные встречи. Постоянные, 3 раза в сутки. Вам это никто не будет вести. Понимаете? Флешмоб 18.30. Вот как бегает денежный поток. Вот это все очень хорошо видно во время флешмоба. Как объединяются люди, как происходят выплаты. Это все видно у нас в кабинетах. А флешмоб – это более такая скоростная, да, скоростной инструмент работы. Поэтому добавляйтесь в предварительные чаты, те, кто нас рассматривает, предварительные, добавляйтесь в него, и тогда как бы, ну, вы будете действительно быть немножко с нами в теме. Но плохо люди идут. Ну, вот вы так считаете, а другие так не считают, Оль. Почему у других хорошо идут люди? Может, вопрос в вас? Оль, может быть, в вас вопрос? Хорошо люди идут на халяву, только что они там зарабатывают, ребят? Они там бесконечно теряют и время, и доверие людей, и свои деньги. Зато туда они идут хорошо, там же халява, плиз. Понимаете? А нам не нужны халявщики. Пусть у нас будет не так, не такое количество, да, вот, партнеров в системе, как наполняются, например, матрицы, площадки, где людьми затыкают просто дыры, а потом все останавливается. Пусть мы где-то там, кто-то считает, что мы медленно, да, зато верно. Чем дальше, тем все быстрее будет. Тем все быстрее. Бизнес открыт со всех сторон. Угу. Вчера я был умным, хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, поэтому меняю себя. Абсолютно верно, Диана, да. Абсолютно верно. Ребят, не задерживаю больше. Я так понимаю, что вопросов больше нет. Мы так хорошо здесь подискутировали. Я говорю, можно постоянно искать какую-то гниль везде. Вот знаете, вот человек натыкался постоянно на черноту, на обманы, на гниль, и он теперь чистое и порядочное не видит. У него, вот знаете, вот все перед глазами обманы, какие-то вот эти вот все нехорошие вещи. Он не может увидеть честное, светлое и порядочное. Просто старайтесь убирать от себя это. Теперь вашу жизнь, по крайней мере, коснулась, да, корпорация Constellation Lab. Придете, не придете, как говорится, это дело хозяйское, дело ваше. Мы-то все равно работаем дальше, и все равно работаем с партнерами. Я вас всех люблю, обнимаю, всем успехов, до свидания, до новых встреч.